И вот здесь попытка выбросить шайбу, не получается. Ой, какой пас, и надо забивать, это гол! 4-3! Ну, фантастика! Как там оставили? Непонятно, Зернова. Оставили одного Зернова, и Зернов абсолютно один справляется с Иваном Федотом в ближнем бою. Но здесь вопросы Каменеву с Дитсом, как эта пара на площадке. На самом деле, большую часть шайб Металлург забил именно когда эти два хоккеиста были на льду. Давайте смотреть еще раз, как активно сыграли магнитогорцы. Ну и вот эта передача, конечно, ведь не сразу в касание добросал.